Ремонт душевой кабины, Киев. Плохой слив в душевой. Устранено. Вода, можно сказать, не уходит в канализацию, либо совсем плохой слив. Что у нас находится в самом сифоне, можно посмотреть. Итак, почистив наш сифон, как видим, что повытаскивали, сверху он уже чистый, немножко почистили его, но вода все-таки уходит с опозданием. Смотрим. Стало немножко быстрее уходить, конечно, но особо не сильно поменялось, можно так сказать. То есть это еще длительный период времени вода уходит. Поэтому мы сняли штору, которая закрывает нашу душевую. Итак, вот такой сифон у нас для душевой кабины забился. Итак, починили мы нашу душевую кабинку, точнее слив. Вот смотрим, вода в принципе даже не успевает набираться. Все очень-очень быстро уходит в канализацию, даже направляем. Воды даже нету. И все сухо. Можно ставить все обратно. Всем хорошего дня. Видео снято для сайта сантехники ppyua. Пока-пока.